Белые пятна в истории России. Году российской истории посвящается. Указом президента России 2012 год объявлен годом российской истории. Резонно. Ибо в истории великой державы не должно оставаться белых пятен. Ни в российской, ни в советской, ни в постсоветской. А ведь они есть. Итак, год 2012. Год российской истории. Вернемся на 110 лет назад. Год 1902. Русский царь Николай II издал указ о конфискации имущества армянской церкви и о закрытии армянских школ. Наложен запрет на деятельность армянской церкви. Русская православная церковь предает ее анафеме. В 1903 году была экспроприирована собственность армянской церкви. Что же случилось, что Николай II пошел на столь радикальные меры вопреки политике своего деда Николая I? Дело в том, что накануне Первой русской революции во многих армянских церквях и приходах по всему Кавказу были обнаружены тайники оружия, боеприпасов, нелегальные типографии. Царское самодержавие поняло, что так называемые стихийные волнения на Кавказе управляются из-за рубежа и осуществляются через армянские организации, главным образом через Дашнак Цутюн. О злодеяниях четников и террористов с болью писали родитель русского дела на Кавказе Величко, член-корреспондент Императорской академии наук Каптерев, доктор церковной истории Анинский, известный кавказовед Канадеев, редактор газеты «Московские ведомости», профессор Будилович и другие. Но сегодня эти авторы мало цитируются. И эта страница российской истории остается белым пятном. Говоря об этом, необходимо оглянуться ровно на 100 лет назад. Год 1912. В Петербурге идет грандиозный судебный процесс над партией Дашнак-Цутюн с привлечением 159 обвиняемых и 850 свидетелей. Представьте, каких масштабов достиг кровавый террор армянских националистов на территории России в первом десятилетии 20 века. И обратите внимание, это началось еще в 19 веке, задолго до названного судебного процесса в Петербурге. А теперь оглянемся на 130 лет назад. На сей раз другой царь, Александр III, принял решительные меры против армянского национализма и в 1882 году дал соответствующие указания министру внутренних дел Толстому. В конце 80-х распоряжением правительства почти все армяне были уволены с высоких государственных должностей. В 1885 году было закрыто 160 армянских приходских школ. В марте 1889 года вышел царский указ об исключении истории и географии Армении из школьных учебных планов. Эти жесткие меры были адекватным ответом на коварные намерения дашнаков подорвать устои российской государственности. Жупелом армянского националистического движения стал террор. Последовала череда покушений на государственных чиновников. В октябре 1903 года волна террора достигла своего первого пика, когда член партии Гнычак тяжело ранил царского наместника на Кавказе князя Голицына. Получивший кинжальные удары в голову, князь вскоре скончался. По ходившим тогда слухам, террористы вынесли решение обезглавить Голицына и выставить его голову на Ереванской площади в Тифлисе. Дело в том, что в 1897 году Голицын обратил внимание царя на то, что в Тифлисе и в Баку армяне захватили всю власть. Вот почему он издал указ о полном отстранении армян от участия в городских выборах. Нападение армянских террористов из партии Дашнак-Цутюн на царских чиновников вынудило Николая II запретить деятельность Дашнак-Цутюна. И долгое время партия была вне закона. С вступлением на должность генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева армянские террористы получили карт-бланш, и Кавказ конца 80-х стал с точностью напоминать потопленный армянскими террористами в крови Кавказ начала 20 века, за что тогда Николай II запретил армянские организации и церковь. В 1988 году на этой крови офис Дашнак-Цутюн переехал из Афин в Ереван. И это событие было торжественно преподнесено по программе «Время» главному рупору советского государства.
Таким образом, партия, запрещенная за систематическую подрывную деятельность против российской государственности, вернулась на политическую авансцену Российской империи в канун развала СССР. Уже в независимой Армении Дашнак Цутюн запретили вновь. В 1994 году сделал это тогдашний президент Тер Петросян, опять-таки за подрыв государственности. Однако после его ухода в 1998 году и по сей день Дашнак Цутюн является системообразующей партией в Армении и задает тон непримиримости на переговорах по Нагорно-Карабахскому конфликту. И здесь лежит белое пятно, требующее разъяснения. За этим белым пятном многовековая история коварства и фальсификаций, которые предстоит раскрыть в год российской истории. В разные периоды истории России армянские националисты пытались подорвать устои российской государственности. И каждый раз, когда их деструктивная деятельность доходила до пика, обладатели российского трона принимали волевые решения против разгула армянского экстремизма. Об этом свидетельствуют соответствующие указы императрицы Елизаветы, царей Николая I, Александра III, Николая II. Оглянемся на 270 лет назад, в 1742 год. Императрица Елизавета Петровна издала указ об упразднении армянских молелен и церквей. И вновь белое пятно. Что же побудило дочь великого Петра всего через 18 лет после отцовского решения об особом покровительстве армянам и переселении их на перешедшие к России кавказские земли принять столь радикальные меры против них? Не сепаратистские ли тенденции в деятельности Григорианской церкви? Интересно проследить, как две похожие истории повторились с разницей почти в 150 лет. И суть их в том, как армянские националисты веками умело втягивали Россию в свои козни. Итак, Николай I в угоду армянам предпочел одну церковь другой, армянскую албанской. А другой глава, уже Советской империи, Михаил Горбачев предпочел одну нацию другой, армян азербайджанцам. А это самоубийственно в стране, в которой проживало более 100 национальностей. В результате пошла цепная реакция по всему Советскому Союзу. Есть в этих историях и существенные отличия. Горбачев до конца шел на поводу армянских сепаратистов, а Николай I, который сначала в 1828 году упразднил азербайджанские ханства и на их исконных территориях создал армянскую область, все же понял опасные последствия данного проекта. Вот почему в 1840 году армянская область была упразднена и весь Южный Кавказ был разделен на Каспийскую и Грузино-Эмеретинскую губернии. И здесь лежит белое пятно. Оно скрывает сепаратистские устремления, усилившиеся на тот период армянской церкви, которая замышляла создать на территории России самостоятельное армянское государство. К сожалению, до сих пор замалчиваются способствовавшие указам подробности о злодеяниях, совершенных армянами в прошлые века. И они все еще лежат белым пятном в истории России. В частности, по сей день замалчивается то, как царю Николаю I был искусно преподнесен особый проект тайного советника, попечителя Лазаревского института восточных языков, армянина Христофора Лазарева, создать автономную армянскую государственность на азербайджанских землях. Вот откуда исходило название «Армянская область» там, где Армения никогда не существовала, и титульной нацией испокон веков были азербайджанцы. Убедительным доказательством тому является медальон взятия крепости Иревани, отлитый в 1829 году на Каслинском заводе на Урале. Посмотрите, мусульманские мечети на медальоне Российской империи показывают, каким был скайлайн Иревани. Упоминая о Христофоре Лазареве, с его проектом по созданию армянской государственности следует упомянуть историю с армянским бриллиантовым следом. Первый инцидент произошел 240 лет назад. Граф Орлов преподнес имениннице Екатерине II огромный алмаз.
Тогда императрица и ее фаворит тщательно скрыли от всех, что алмаз куплен у армянина Ивана Лазарева за 1 000 000 рублей из казны кабинета двора. Доподлинно известно, что ранее этот алмаз был украден из сокровищницы персидского правителя Надыршаха сразу после его убийства. И, как ни странно, оказался в Стокгольме у армянского купца. Затем сокровище было продано российской императрице за баснословную сумму. И здесь есть белое пятно. Деньги русской казны, русского народа, заплаченные за украденный алмаз, были вложены в строительство армянской церкви на Невском проспекте в Петербурге. Другой бриллиант был подарен армянами первой леди, теперь уже советского государства, Раисе Горбачевой во время официального визита Михаила Горбачева в США. Всем на удивление, Раиса Максимовна выбрала для посещения диаспору в США не крупнейших народов Советского Союза, русских, украинцев или других, а самого малочисленного в СССР, армянского народа. И вот какое унижение ждало горбачевскую чету через несколько месяцев. Увидев, что Горбачев не в состоянии передать Нагорный Карабах Армении, на главных площадях мятежной области сепаратисты выставили плакаты «Раиса, верни бриллиант». В итоге официальному Кремлю в центральной прессе пришлось объяснять, что подарки, которые дарятся первым лицам СССР, передаются в специальное хранилище государства. Со времен Петра I Российская империя хотела переселить на Кавказ христиан, а получилось, что переселила только армян. Сразу после взятия крепости Эревани, после подписания Туркменчайского договора, российский генералитет обращался с воззваниями ко всем проживавшим в Персии христианам, айсорам, албанцам, с предложением переселиться на Кавказ. Но полковник Лазарев при поддержке других высоких военных чинов армянского происхождения сделали все для того, чтобы были переселены только армяне. В 1828 году начался процесс переселения армян из иранской области Марага в Эревань, а также Нахчевань и Карабах, на которые Армения по сей день претендует. Переселение именно на эти исконно азербайджанские территории было отмечено еще в обращении к христианам Персии полковника царской армии Лазаря Лазарева. «Монарх российский дает желающим переселиться надежное, спокойное и счастливое убежище в его государстве в Ереване, Нахичеване и Карабахе, где сами изберете, получите вы в изобилии хлебородную землю». В 1978 году сами армяне установили памятник в честь 150-летия своего переселения в Карабах именно в селе, которое они называли Марагой. Посмотрите, эта надпись гласит «Марага 150». А через 10 лет, как только развернулось сепаратистское движение за присоединение Нагорного Карабаха к Армении, памятник сразу же принял другой облик. Надпись была стерта, потому что слишком явно указывала на пришлость армян, которые в 1988 году начали претендовать на отделение земель, на которые их пустили в 1828. Архивы екатерининского периода правления высвечивают белое пятно. Документально установлено, что при Екатерине II Российская империя намеревалась возродить не армянское, как убеждают армянофилы, а албанское царство, отдавая дань албанской православной церкви, древнейшей во всем христианском мире. В проекте князя Григория Потемкина по этому поводу сказано: «Воспользуясь персидскими неустройствами, занять Баку, Дербент, другие земли, захваченную территорию назвать Албанией, будущее наследие великого князя Константина Павловича». Российские правители были осведомлены о сепаратистских притязаниях армянства и по логике никак не могли ратовать за восстановление того, чего никогда не было на Кавказе, то есть армянского государства. Однозначно им дороже была Албания с ее апостольскими христианскими традициями. Между тем, в историях армянского народа этот факт
сфальсифицирован и преподнесен как намерение царского правительства якобы восстановить Армению с целью привлечь на свою сторону христианское население Закавказья. После того, как с позволения албанского патриарха и с разрешения правителя азербайджанского государства Карагоенло Джаханшаха в середине 15 века армянский католикос перевез армянскую церковь из Киликии на древнеалбанскую землю Вычмедзин, на Южном Кавказе был создан полигон для реализации экспансионистских планов армянской католической церкви. Дело в том, что католическое крыло армянской церкви, основанное в 18 веке при поддержке римского престола, разработало план по уничтожению авторитетного духовного института на Кавказе в лице албанского католикосата. Для осуществления своего коварного замысла по разрушению ослабшего к тому времени албанского престола, она сделала ставку на Россию, которая только пришла на Кавказ и начала разрабатывать политику в новом для себя регионе. Николай I проникся доверием к армянской католической церкви и при этом не подозревал, что ее действия совпадают с устремлениями враждебной Николаю римской католической церкви, намеревавшейся разместить прямо в подбрюшье России угодную ей армянскую церковь. Упоминая о Николае I, отметим, что именно он в угоду армянам фактически уничтожил албанскую церковь, имеющую апостольское происхождение. Это была древнейшая церковь не только Кавказа, но и всего христианского мира. 1836 год вошел в историю России двумя датами. Как год десятилетия коронации Николая I, в честь чего были выпущены памятные золотые монеты, и как дата подписания рескрипта об упразднении албанской патриаршей церкви. И сразу все албанские церкви стали армянскими. Албанские надписи были заменены армянскими. Таким образом, на руинах албанской церкви укрепилась армянская, которой до 15 века на Кавказе никогда не было. И тогда тоже армянские вардопеды и мелики ловко воспользовались политическими амбициями России в свою пользу. В результате, сквозь сегодняшнюю призму, история присоединения Кавказа к России иной раз расценивается как история дискриминации азербайджанцев со стороны России. И здесь лежит белое пятно, требующее разъяснения в год российской истории. Сегодня столица Армении, Ереван, единственный в мире город на воде, заново отстроенный на руинах чужой цивилизации, на исконно азербайджанских землях. В 2011 году в Азербайджане отмечалось 500-летие Ереванской крепости. Крепости, взятие которой сыграло решающую роль в победе Российской империи в русско-иранской войне. Крепости, оставившей яркий след в истории литературной России. Великий русский художник-баталист Франц Рубо, создатель Бородинской панорамы, оставил будущим поколениям единственный на сегодняшний день живописный документ-картину – сдача крепости Ереване 1 октября 1827 года. Вот она, Ереванская крепость с куполами мечетей. На полотне сохранен более подробный, чем на маленькой медали, облик азербайджанского города-крепости Ереван, возведенного 500 лет назад. В 1504 году глава азербайджанской династии Сафевидов Шах Исмаил поручил своему полководцу Ревангулу Хану построить крепость на скалистом берегу реки Зайнги. Тогда никто не ведал, что через 400 лет здесь, на исконно азербайджанских землях, обоснуются армяне, разрушат крепость, а Зайнги назовут Разданом. Крепость была возведена за 7 лет и названа в честь Ревангулухана Реван, а позже Иреван. Там было 8 мечетей, 800 домов. В них жили только представители титульной нации – азербайджанцы. Сегодня в Ереване нет ни Ереванской крепости, ни дворца ереванских ханов, ни домов с восточным орнаментом, ни азербайджанских мечетей. Во всех городах мира с оборонительными традициями крепости сохранены как историческая достопримечательность – сердце города. А в Ереване этого сердца нет. Оно вырезано.
в начале 60-х, в бытность СССР, когда Азербайджан и Армения считались братскими республиками. Теперь это единственный в мире город-крепость без крепости, так называемый древний город без старинной архитектуры. Вот Еревань конца 19 века, а вот Ереван конца 20 века. Это два разных города. Как видите, от Еревани в Ереване ничего не осталось. Благо, что русские этнографы и инженеры отобразили в своих трудах облик азербайджанского города Еревань. Благо, что вице-президент Академии художеств России князь Гагарин, великий русский художник-баталист Франц Рубо, художники Машков, Сергеев, Грушев передали дух азербайджанства в своих картинах и литографиях. Сегодня все это – документальные свидетельства, которые стали своего рода обвинительным актом против армянского вандализма, против разрушителей шедевров древней цивилизации. Сегодня эта фотография тоже стала фактом истории. На ней дата 1927 год. Прошло 100 лет после взятия Еревани Россией. А дворец стоит в своей яркой красе и стал местом туристического паломничества. На этой фотографии написано, что это достопримечательность Кавказа. Но это не остановило армянских националистов. В 1964 году на этом месте уже дворца не будет. От него останутся лишь несколько каменных глыб. Почему же армянские националисты до основания разрушили Ереванскую крепость, если она действительно относилась к их истории? Ответ прост. Ереванская крепость, так же как и Сардарабадская, дворец Сардара, были намеренно стерты с лица земли только лишь потому, что это были шедевры азербайджанской средневековой архитектуры, и их невозможно было представлять как армянские. Они мешали армянам лгать и переписывать историю подаренного им города. Демократическое правительство Азербайджана фактически подарило армянам древний азербайджанский город Еревань. Ради прекращения войны, которую дашнаки объявили Азербайджану и Грузии сразу после провозглашения Армянской республики. Это доказывает письмо от 29 мая 1918 года первого главы правительства Азербайджанской демократической республики Фатолихан Хойского министру иностранных дел Каджинскому. С армянами мы покончили все споры. Они примут ультиматум и покончат с войной. Мы уступили им Еревань. Подчеркнем, что через два года после этого события премьер-министр Хойский был убит в Тифлисе армянским террористом. Подчеркнем и то, что армяне 28 мая 1918 года объявили о создании независимого государства на Кавказе, не имея здесь ни своей территории, ни политического центра. Они обосновались на Кавказе, поняв, что создать Армению в Малой Азии не удастся. Им нужна была столица, и эту столицу подарил им Азербайджан. Несмотря на все перечисленные факты, Азербайджан не предъявляет территориальные претензии к Армении. Об этом неоднократно с высоких политических трибун заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Мы не заримся ни на пять территорий Армении, несмотря на то, что Ереванское ханство, Зангизурский махал, Йойчинский махал – это наши земли, на которых армяне создали государство». Современная Армения и ее столица Ереван громоздятся на уничтоженных азербайджанских топонимах, на разрушенной азербайджанской культуре и приармянинной албанской архитектуре, на останках сотен тысяч истребленных азербайджанцев.